Минские договоренности были нужны украинскому руководству для укрепления обороноспособности. Такое заявление несколько минут назад сделал Петр Порошенко. По словам президента Украины, Минск-2 дал ему фору на то, чтобы подтянуть военно-техническое отставание. Напомню, комплекс мер в белорусской столице в феврале этого года был принят после беспрецедентного дипломатического марафона глав 4 государств ради того, чтобы остановить насилие в Донбассе. Оно тогда вышло на пик. Сегодня же глава украинского государства похвастался, что силовики получили 500 единиц техники от западных партнеров, а сам Киев на подготовку и оснащение только в этом году потратил 2 миллиарда долларов.